уважаемые спортсмены и любители бега, а также подписчики моего канала, рад всех приветствовать на своем канале. Сегодняшнее видео будет полезно для тех, кто хочет улучшить свои спринтерские характеристики. Как вы успели заметить, у меня в руках, значит, посылка из Китая. Это, значит, парашют для бега, который можно применять, значит, везде, где угодно. Это, значит, такой спортивный аксессуар, который, значит, может заменить всем известную там покрышку, с которой любят бегать все спортсмены. Посылка дошла очень быстро до меня, всего в пределах где-то месяца. Продавца, кстати, рекомендую. Заказал его в оранжевом цвете. Сейчас мы, значит, его вскроем и обязательно протестируем. Ссылочку, кстати, на продавца можете, конечно же, увидеть в описании под видео. Проходите, заказывайте и получайте удовольствие. Так, заказал, значит, в оранжевом цвете, как я сказал. Давайте проверим, вскроем посылочку. Проверим, все ли соответствует. Вот как уже можно видеть, значит, чехольчик оранжевый. Все как было сказано в описании. Это приятно радует. Так, что же тут у нас есть? Что же за парашютик такой? Так. Вот таким образом он выглядит. Такая плащаница, я бы сказал, большая. Кстати, где-то в описании, значит, мне попадалась информация, что данный парашют заменяет аж целых 14 килограмм, значит, отягощения. То есть, вкратце скажу, да, но надеюсь, все это понимают, что данный парашют конкретно предназначен для того, чтобы, значит, как-то прокачать ноги, дополнительное отягощение происходит при беге. То есть, как будто кто-то вас назад немножко тянет. Так, ну давайте попробуем его примерить на себя, да? Значит, он должен одеваться на пояс, как я понимаю. Так, ну тут что-то... А, вот тут липучка у него, значит, сделана. Вот такая. Ну, конечно, пошито так, не сказать, что особо качественно, но проверим, насколько долговечный, значит, окажется данный спортивно-аксессуар. Конкретных косяков я пока не вижу. Все, в принципе, выглядит добротно. При желании, конечно, если у вас есть, значит, опыт рукоделия, можете, значит, сшить данный парашют сами. Но я решил не запариваться и заказал, значит, у, значит, наших ближайших соседей из Китая. Вот, обошелся мне 368 рублей. Вот, заказывал я где-то его в марте. То есть вот можете посмотреть скрин моего заказа. На данный момент, значит, данный парашют стоит 405 рублей. Ну, вот в связи с небольшими тут колебаниями курса, немножко он уже вот уже подорожал. Вот таким образом он на липучке, значит, крепится на пояс. Ну что ж, давайте попробуем, протестируем. Как это будет выглядеть в деле? Итак, господа, первые впечатления, значит, расскажу вам. Вот несколько раз я побегал вот здесь по беговой дорожке, значит, с данным парашютом. Ну и, честно говоря, сопротивление он дает предельно минимальное. То есть одного парашюта, конечно же, маловато. Но для начинающих, значит, спринтеров, не знаю, может, для подростков, для каких-то, да, он, в принципе, сгодится. А для прогрессирующих бегунов, значит, все-таки, я считаю, надо
2 или 3 штуки вот таких прицеплять, и тогда от них реально будет эффект. А еще, значит, вот такой совет, лучше бегать все-таки немножко против ветра. Парашют больше, значит, наполняется, купол раздувается, и сопротивление реально чувствуется. То есть дополнительная нагрузка, значит, на ноги идет, и, ну и, соответственно, значит, тренировка проходит эффективно, так скажем, да. Ну, в общем и целом, конечно, я доволен, значит, данным спортивным аксессуаром. Ну и, конечно же, буду его рекомендовать, значит, к покупке. Как и говорил, ссылочка на продавца находится под видео. Проходите, смотрите. Продавец опробованный, значит, надежный, надо сказать, да. Все четко приходит по описанию. Кстати, если вам не нравится вот такая расцветка, да, оранжевая, у данного продавца целых 6 штук. То есть там есть синяя, зеленая, красная, ну, голубая какая-то, а и черная вот еще есть. Ну, черного не хотел какая-то, ну, что, совсем траурная, как-то не в тему, так скажем. Вот заказал оранжевую. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк. А также оформите подписку на мой канал, жмите на колокольчик. Ну и всем желаю достижения высоких спортивных результатов в беге. Ну и пока-пока, ребята!